Мама, ку-ку. Ай, ку-ку, ку-ку, Даня. Дай еще поспать маме, а? Нет, мама, ням-ням. Ай, ням-ням, ням-ням. Сейчас, Даня, сейчас, да. Ой, уже утро, что ли? О, Катя уже сидит, красится. Катя знает, какой сегодня чудесный день. Мама! Ой, сейчас подкрашусь и пойду гулять с подружками. Там, наверное, Тимми сегодня придет. Дианочка, доброе утро, я на кухне. Ну вот, мама стала самая первая и готовит, наверное, для меня вкусный-вкусный торт. Сегодня у меня день рождения. Мне сегодня исполняется 4 годика. Ура! Что тебе, Дианочка? Мне нужно спешить к Данику. Он просил молочка. К Данику с молочком? А как же мой торт? А, тортик, наверное, уже готов. В холодильнике охлаждается. Точно-точно. Подсмотрю. Очень интересно, какой у меня тортик будет. Курица, кетчуп, пустая тарелка, стакан. А где мой торт? Спрятали наверняка, чтобы я его не увидела раньше времени. Точно-точно. Держи, Даник, кушай молочко. Ну все, Катя красавица, Тимми точно понравится. Осталось найти мои туфли. Катя, Катя, а ты куда? Дианочка, я собралась погулять, а что? Тебя не могу с собой, извини, взять. В смысле погулять? Я думала, она на день рождения ко мне красится, а она гулять собралась. Тортика я так и не нашла, что-то я ничего не поняла. Так ну вот же, сегодня 29 число, а у меня 29 июня день рождения. Мама, какое сегодня число, а? Сегодня, по-моему, 29-е. А что, Дианочка? Значит, сегодня 29-е. Ничего, мамочка. Все что, забыли про меня? Про мое день рождения? Это что, без праздника осталась я? Вот это у меня семья. Не семья, а семейка какая-то. Одену шапочку. Может, так заметят, что у меня сегодня день рождения. И вспомнят таки про меня. Может, Макс помнит? Пойду к нему схожу я. Макс, Макс, Соня, ты что еще спишь? Вставай, уже давно утро. Дианочка, отстань. Иди к Кате пристань. Макс, вставай, сегодня же 29 июня. Да хоть августа. Диана, мне-то что? 29 июня. Разбудила только меня. Кстати, а зачем ты в этой глупой шапке? Ты что, идешь кому-то на праздник? Это не глупая шапка, а праздничная. И никуда я не иду. Все-таки все забыли про мои дни рождения. Я вообще тогда сейчас лягу спать. Все равно никто не собирается мой праздник отмечать. Проснусь, а завтра уже 30-е. И не было у меня день рождения. Макс, Макс, Дианочка расстроилась и уснула. Можешь начинать. Ты помнишь свое задание? Да, Катя, я помню. Да она все тут бегала у меня под ногами. Меня разбудила. Я хотела притвориться, что сплю. Думала, она уйдет, и я все сделаю. А так она спать легла. Ладно, тогда меня никто не отвлечет. Я все помню, Катя. Сделать так, чтобы она ничего не заподозрила. Моя задача упаковать подарок. Так. Какой аромат. Осталось украсить торт. Розовый, розовый, розовым кремом. Дианочка обожает розовый цвет. Мама! Ой, кто тут? Мам, не бойся, это я, Катя. Ты не думаешь, что мы как-то с Дианкой очень жестко поступили? Она расстроилась и легла спать. Заплакала прям, что все про нее забыли, мам. Мне ее жалко стало. Может быть, стоило ей рассказать? Катя прям заплакала? Я-то рассчитывала, что она вспомнит про день рождения немножко попозже. А она прямо с утра уже все узнала. Ну ладно, ничего, проснется, сюрприз будет еще интересней. А я пока тортик доукрашу, пока она спит. Мам, я обожаю твои торты. Можно облизнуть чуть-чуть с краешка, а? Нет-нет-нет, Катя, это на день рождения. Ой, ну вот, вляпалась. Ага, мам, а тебе можно? Можно я тоже вляпаюсь? Неосторожно. Катя, сходи лучше за свечками, принеси 4 штучки.
Раз, два, три, четыре, все правильно. Ай, как и не могли. О-о, надо уходить. Мам, держи свечки, Дианочка, мне кажется, скоро проснется. Или во сне что-то разговаривает. Волнуется, наверное. Ничего-ничего, сейчас устроим ей праздник. Как-никак 4 годика сегодня. Ну вот, по-моему, вышло отлично. Мне одному кажется, что самое сложное задание досталось мне, а? А нужно упаковать подарок Диане. А как это сделать? Во что тебе упаковать, а? О, придумал! Может, в одеяло его завернуть? Не, так не празднично как-то. О, сейчас! Кажется, придумал. Иди сюда. Замотай бумажкой и привяжу красивый бант. Делов-то. Ха-ха. Сейчас упакуем тебя. Во, отлично. Рулончик туалетной бумаги. Ха-ха. Удивка удивится. Скажет, ничего себе подарочек, да? Вот это Макс придумал. Круто. Макс, ты сделал, что мы тебя просили? О! Ты что, упаковал подарок в туалетную бумагу? Макс, ну ты чудак. Катя, главное не упаковка, главное подарок. А так прикольно, да? Да, теперь я знаю, во что упакую подарок на день рождения тебе. Надеюсь, Дианка не расстроится от этого еще больше. Мама! Тише, Катя, тише. Пусть Макс несет сюда подарок. Нужно зажигать свечи и будить Диану. Мама, Макс упаковал подарок Диане в туалетную бумагу. Ай, я надеюсь, уже 30 число и мое... День рождения, про которое все забыли, закончилось. О, Катя, некогда, некогда, несите подарок быстрее. О, вот он подарок, мама, зажигай свечки скорее. Все, готово. Дианочка, 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 солнышко, просыпайся. С днем рождения тебя. А? Что, мамочка? А! Ух ты, день рожденька. Спасибо, моя веселая семейка. А я думала, вы про меня забыли, моя любимая семья. Вы не могли так сделать, знала, знала я. С днем рождения, ребята, меня. С днем рождения, меня. Поздравляю, друзья. С днем рождения, Дианка. Я желание загадываю. Хочу, чтобы наша веселая семейка всегда была такая веселая и дружная. Ну что, помогайте дуть. Ребята, и вы помогайте. Ура! А я не поняла. Здорово! Дианочка, это еще не все. Вот, твой подарочек. В креативной упаковочке от Макса. Вау, спасибо, Макс. Ты мне подарил рулончик туалетной бумаги. Ну, хотя бы что-то, хоть какой-то подарочек от вас. Макс! О, чего сразу на ногу-то наступать? Диана, это не туалетная бумага. Открывай, сюрприз внутри. Ну что, ребята, вот такая история. Сегодня Дианке 4 годика. Поздравляем ее, да? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Даринелка ТВ и смотрите новые серии. Пока-пока, Катя и Макс, веселая семейка. И наши приветики. Приветик Дана. Приветик Ага. Приветик Вика. Приветик Саша. Приветик Артем. Приветик София. Приветик Лола. Приветик Соня. Приветик Милки. Приветик Мелисса. Приветик Жанат. Приветик Николетта. Приветик Степан. Приветик, Яся. Приветик, Алина. Приветик, Катя. Приветик, Настя. Приветик, Санжар и Роза. Приветик, Инна. Приветик, Нина. Детский канал Даринелка ТВ представляет. Подпишись на канал Даринелка. Смотри мультики с нами.